Бокс – это не только спортивная подготовка и физическая сила. Это воспитание твердости духа, решимости, чувства локтя и взаимовыручки. Преодолевать трудности боксеров учат с первых занятий. Именно такими качествами обладали Анастас Фомаиди и Артем Верболос. Оба парня героически погибли при выполнении боевого задания на СВО. Это очень знаково, что именно боксеры – это защитники нашей родины. Здесь слова благодарности Федерации бокса Анапы, администрации. То, что большой такой семьей мы помним и из года в год будем проводить данный турнир, чтобы наша молодежь знала, кого равняться. В память о них в минувшие выходные прошел городской турнир по боксу. Подобные соревнования позволяют не только развивать юношеский спорт, но и воспитывать молодежь в духе патриотизма. Федерация бокса города Анапы является одной, даже самой сильнейшей в нашем Красноярском крае. Здесь очень сплоченный, дружный коллектив, который нацелен на выполнение задач, это в том развитии бокса. Я желаю вам побед, уважайте друг друга. Сразу после завершения поединков бойцы получили свои медали и грамоты. Никита Бойко, Михаил Григорьев, Анапа регион.